Время для акварели. Яркость и открытость, легкость и неповторимость. Нежность – это именно те слова, которыми можно характеризовать творчество талантливой художницы Ольги Данилюк. В экспозиции «Краски города», посвященной тысячелетию Бреста, около 25 полотен, выполненных в акварельной технике. Акварель легла на сердце лучше для Бреста, потому что Брест, он яркий, красочный, легкий, воздушный. И вот эти вот краски, они наилучшим образом отражают всю его вот такую вот воздушность, гостеприимность. Переулки и дворики, уютные заведения и просто прохожие. Словом, просторы юбилейного города, в прямом смысле запавшие в душу художницы и знакомые каждому жителю города над Бугом. Ее работы – неподдельная искренность, ожившая картина, которая вызывает эмоции. Это такой мой своеобразный вид города, ощущение города, его жизни, события, которые в нем происходят. Выставка, которую я представила сегодня в отеле «Эрмитаж», она не совсем обычная. И помимо работ, которые представлены в экспозиции, каждая работа связана с QR-кодом, который размещен под работой, и он ведет на определенную ссылку в интернете, где гость отеля, города или даже житель города Бреста может подчеркнуть для себя какую-то новую информацию. После родного города Жабинки Брест стал ее второй родиной, с которой связано множество приятных моментов. Сегодня Ольга Данилюк не боится пробовать новое. На смену масляной живописи, батику, росписи тканей пришла акварель, которая стала так близка сердцу. Эта художница всегда находит свой уникальный способ выражения и выходит за рамки возможностей, отмечают коллеги. Постоянно развивается, пробуют разные техники, разные приемы в той же акварели, например. И вот эта выставка для меня, она очень показательна, потому что я вижу, это новый этап в ее творчестве. В этих работах чувствуется особая легкость, живость, игра цвета, красок, которая очень приятна. И это настоящее мастерство. Те, кто занимается акварелью, они знают, что этого добиться не так уж и легко. Мне очень нравится, что она прониклась духом старого города, старого Бреста, и передает это на своих полотнах, как говорится. Но больше всего мне, конечно, впечатлила это ее работа «Перед грозой» в Бресте. В общем, настолько передан характер, что вот-вот сейчас брызнет дождик и загремит гром. Но вообще есть много-много удачных работ у нее, конечно, молодец. Она очень работоспособна, большой трудяга. Действительно, за каждой работой стоит огромный труд, несмотря на всю прелесть ощущений от красоты, простоты и легкости.